Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Меня зовут Тамара, вы на моем канале Тамара Савицкое вязание. Вот вы видите у меня на рабочем столе вот такой интересный ажурный узор, который называется узор ромбы для французской кофточки. Этот узор я хочу вам предложить связать вместе со мной, по той причине, что мне этот узор очень нравится, и в интернете я видела схемы на этот узор, видела картинки вот этой французской кофточки, и мне очень понравился узор. Хочу вам напомнить, что еще раньше для этой французской кофточки мною был связан для вас узор клубника с веточками. Сейчас я вам покажу, значит. Вот это вот веточки по краям, так, значит, вот так видно, вот веточки ажурные, вот по краям, а в центре клубника, внизу вот клубника здесь, ну, пряжа такая какая-то тонкая была, она как какая-то маленькая получилась, ну, точно такая же, вот здесь немножко покрупнее. Это вот тоже узор клубника с веточками для французской кофточки. Значит, вот этот узор ромбы для французской кофточки я связала на спицах 3,5 из пряжи Alize Angora Real 40. Она такая пушистая пряжа. И вот связала на спицах 3,5. Здесь два раппорта. Вот один ромб, один, потом две изнаночных. Вот две изнаночных и следующий ромб. Два раппорта. Итак, давайте начнем. Я буду сейчас вязать узор, вот этот ажурный, на троечке. Значит, вот, на спице номер 3. Если хотите, можете вот такую же тоже пушистую пряжу какую-то у себя найти. Потому что в основном, вот в интернете я видела эту кофточку из какой-то махеровой пряжи или из ангоры. В общем, из пушистой. Значит, я набрала здесь 26 петель. Раппорт узора составляет 11. 11 плюс 11 – 22. 2 изнаночные разделяют 2 раппорта. 24 и 2 кромочные – 26. И добавлю, конечно, вы сейчас на экране увидите схему, я поставлю, когда буду монтировать. И вот из этой схемы, схема, которую я нашла в интернете, она необычная. Необычность ее заключается в том, что точно так же, как и в узоре клубника, который я вязала, у нас в этой схеме первый ряд, нечетные ряды будут изнаночными, а четные ряды будут лицевыми. Итак, первый ряд. 11 изнаночных, 2 лицевые, 11 изнаночных. Второй ряд узора. То есть, получается, первый ряд узора. А по рядно это второй. Итак, вяжем 2 лицевых. 2 вместе вправо, развернем петли, одна лицевая, накид, одна лицевая, накид. Одна лицевая, 2 вместе влево за задние стеночки, 2 лицевых, конец раппорта, 2 изнаночных, которые будут отделять наш раппорт один от другого. И повторяем, 2 лицевых. 2 вместе вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, лицевая,
2 вместе влево, 2 лицевых, кромочная, третий изнаночный ряд провязываем самостоятельно. 11 изнаночных, 2 лицевых, 11 изнаночных. Четвертый лицевой ряд провязываем. 1 лицевая, 2 вместе вправо, 2 лицевая, накид. 2 вместе влево, накид, лицевая, 2 вместе влево, лицевая, конец раппорта, 2 изнаночные, и раппорт повторяем, лицевая, 2 вместе вправо, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе влево, накид, лицевая, 2 вместе влево, лицевая, кромочная. Пятый четный ряд провязываем самостоятельно по рисунку. То есть 11 изнаночных, 2 лицевых и 11 изнаночных. Встретимся в шестом ряду. Шестой ряд. Две вместе вправо. 2 лицевая, накид. 3 вместе с центральной петлей. Снимаем петли, и вот так их нужно развернуть и снять потом. Провязываем следующую петлю и делаем протяжку. Подтянем немного. Накид. Лицевая. Накид. Лицевая. 2 вместе влево. 2 изнаночных. И повторяем наш раппорт. 2 вместе вправо. Лицевая, накид, лицевая, накид. 3 петли с одной центральной петлей, 3 вместе. Вот развернули, провязали, протянули. Накид, лицевая, накид, лицевая. 2 вместе влево, кромочная. Итак, 7-й изнаночный ряд мы провязали самостоятельно. Теперь у нас 8-й лицевой ряд. Итак, 1 лицевая, накид, 2 вместе влево. Накид, 2 вместе влево, накид, 3 петли вместе с наклоном вправо, развернем петли,
И провяжем. Накид придерживаем и провяжем 3 вместе с наклоном вправо. Накид. 2 вместе с наклоном вправо. Накид. Лицевая. Конец раппорта. 2 изнаночных. И второй раппорт начинается. 1 лицевая. Накид. 2 вместе влево. Накид. 2 вместе влево. Накид. 3 петли вместе вправо с наклоном вправо. Развернем петли. 3 вместе с наклоном вправо. Накид. 2 вместе вправо. Разворачиваем петли. Накид. Лицевая. Кромочная. 9 изнаночный ряд провяжем самостоятельно. 10 ряд. Две лицевых. Накид. 3 петли вместе с центральной. Развернем петли, провяжем последнюю и сделаем протяжку. Накид, лицевая, накид. 3 петли вместе с центральной. И протягиваем. Накид. 2 лицевых. Конец раппорта. 2 изнаночных. И повторяем наш раппорт. 2 лицевых. Накид. 3 петли вместе с центральной. С центральной петлей. Разворачиваем. Снимаем. Провязываем и делаем протяжку. Накид. Лицевая. Накид. 3 петли вместе с центральной. Разворачиваем. Снимаем. Провязываем и протягиваем. Накид. 2 лицевых. Кромочная. 11 изнаночный ряд провязываем по рисунку самостоятельно. 12 лицевой ряд. 3 лицевых. 2 вместе влево, лицевая, 2 вместе вправо, накид, 3 лицевых, конец раппорта, 2 изнаночных. Раппорт повторяем. 3 лицевых. Накид. 2 вместе влево. Лицевая. 2 вместе вправо. Накид. 3 лицевых. Кромочная.
Изнаночный 13 ряд провязываем самостоятельно. 14 лицевой ряд. 4 лицевых. 3 петли вместе с центральной. Разворачиваем, снимаем, провязываем, протягиваем. Накид. 4 лицевых. Конец раппорта. 2 изнаночных. Повторяем раппорт. 4 лицевых. 3 петли вместе с центральной, разворачиваем, снимаем, провязываем, протягиваем. Накид, 4 лицевых. Это был 14 ряд. Раппорт узора составляет 17 рядов, поэтому изнаночный, лицевой и еще один изнаночный я провяжу за кадром, то есть по рисунку, и мы с вами встретимся. Провязываем самостоятельно. Итак, друзья, я закончила провязывать вместе с вами вот такой замечательный узор, который называется... ромбы, ажурные ромбы для французской кофточки. И это я вязала на спицах номер 3. Вот номер 3. Вот такой вариант. Надеюсь, у вас получилось точно так же. Вот, может быть, вот так показать. Может быть, лучше будет видно, вот как смотрится. А вот это вариант на спицах 3,5. Вот мне будет интересно, если вы напишите в комментариях, какой вариант вам лучше нравится. Вот вариант, где отверстие от накидов более крупное, это 3,5. А вот это вариант на спицах номер 3. Здесь как бы вот отверстия от накидов более мелкие. Пряжа одна и та же. Итак, друзья, на этом мой мастер-класс закончен. Надеюсь, у вас получился узор точно так же. Он не сложный совершенно. Единственное, что вот я говорю, вот эти французские схемы, они отличаются от наших тем, что первый ряд получается изнаночным, а лицевой ряд начинается со второго. То есть четные ряды лицевые, а не четные ряды. А изнаночные ряды получаются нечетные. Вот такой вот интересный ромб. Вот это ромбы. Еще я видела схему, и в ближайшее время я с вами свяжу. Там узор регланная линия вот в этой французской кофточке. И потом, вероятнее всего, я приступлю к вязанию самой французской кофточки. Итак, друзья, большое спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Тем моим гостям канала, кто не подписан на канал, приглашаю подписаться, заходите на канал. Возможно, чем-то вдохновитесь, вам понравится какое-то видео, и вы останетесь. А моим подписчикам хочу сказать большое спасибо, что вы смотрели это видео. Если вам понравилось видео, понравился узор, поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь в соцсетях и напишите комментарии. Мне будет приятна обратная связь. Всего доброго, до новых встреч, пока-пока!